Приветствую вас, друзья и зрители моего канала. Присутствует у меня в коллекции четвертак 2011 года в цветном исполнении с изображением гор. Давайте посмотрим, сколько такая монетка может стоить. Четвертак 2011 года в честь Олимпийских игр в Сочи с изображением гор в цветном исполнении имеет три разновидности. Первое. Знак монетного двора мелкий и опущен. Это обычная монета, но ввиду своего тиража оценивается от 500 рублей. Вторая. Знак монетного двора мелкий и поднят. Также обычная монета, но ввиду своего тиража оценивается от 500 рублей. Третье. Знак монетного двора крупный. Это очень редкий вариант. Стоимостью от 25 тысяч рублей. На моей монете знак монетного двора мелкий. Это обычная монета. На этом я закончу свой обзор. Хочу поблагодарить Александра Пономарева с канала «Помним о прошлом» за помощь в создании этого ролика. Ссылочка на его канал в описании. Заходите, подписывайтесь. Не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком, кому как понравилось. Всем пока!